Географический диктант написала республика вместе со всей страной. Самая многочисленная площадка открылась в культурно-досуговом центре войсковой части. Здесь свои знания проверяли более 900 человек. В уникальном озере Байкал обитает много уникальных рыб. Одна из них – голомянка. А чего нет у голомянки? Это еще не самый каверзный вопрос. Чтобы написать диктант на «отлично», нужно хорошо знать названия и гербы городов, особенности природы в разных концах страны, разбираться в зоологии и географии. В мозговом штурме приняли участие не только военнослужащие, но также их родственники, ребята из юнармии и российского движения школьников, члены Русского географического общества. Кто-то не удержался и искал подсказки в смартфоне, кто-то списывал соседа. Но многим все-таки было интересно самим отгадать верный ответ. Некоторые вопросы проходили там в школе, а некоторые там даже не знаешь. Мне больше вопросы вызвали по морям и по полуостровам. Военные обязаны все знать. Конечно, все. Мы отвечаем правильно. Сложность вызвал у меня лично один вопрос. Знаю, где протекает Волга, а где протекает Дон. А вот где протекают и Дон, и Волга, вот у меня замешательство было. Но все-таки решили вопрос совместно.